Друзья, всем привет! Сегодня у нас 3 января, новогодние праздники 22 года. Я традиционно приехал в Иркутск понырять, поохотиться. Как обычно, обратился к Михаилу, так сказать, к местному жителю. Всем привет! Вот, один из опытнейших охотников здесь. Да ладно! Ну ладно, один из старейших охотников, скажем. Ну и то не туда. Сегодня охотимся вчетвером. Я, Миша, Александр и Петр. На улице 20 градусов, ангара парит. Сегодня выехали как раз чуть-чуть попозже для того, чтобы попасть в период, когда будет меньше всего парения, потому что сегодня будет потепление на улице. Надо сказать вообще, что как бы зимний сезон на ангаре начинается вот как раз, наверное, с начала декабря, когда встает водохранилище Иркутское. Появляется прозрачность. А до этого как бы, ну, на ангаре не очень, да, ныряется? Нет, днем невозможно нырять. Ночью только ныряют. Прозрачность 1.5 метра. Поэтому ничего не увидишь днем. Период прозрачной воды на ангаре недолгий. Где-то с декабря по март, наверное, да? Ну да, все зависит от того, какая весна. Если ранняя весна, то и раньше закончится прозрачность. Берега начнут таять, и все. Ну вот, ребята, я в новом костюме. Ребята из Гидры отправили мне новый костюм. Неопрен Асаши 10 мм, куртка 9 мм штаны. Можно сказать, что на рынке он новый, еще не оттестированный достаточно. Вот будем тестировать как раз в тяжелых условиях зимней ангары. Ну и после 4 дней нырялки, здесь я 4 дня буду нырять, я скажу свое мнение. Снимай туда. Все запоминайте местоположение. Солнце вон, вода вон. Вот здесь вылазить надо. Вон собака. Будет охранять наши машины. Juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Shake it, shake. Senorita's going loco. Shake it, shake. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad 'cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico. I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Ooh, got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for piss stop. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, huh, 'cause my style come down. Чикаш. Я понять не могу, что за брызги такие, что за херня. Слушайте, ну вы ушли вообще махом от меня, я вообще офигел. Как вы так далеко? Ну то есть, я за вами еще не успевал. Может мы по струе, а ты где-нибудь рядышком со струей? Да я за тобой чисто, за тобой шел, но я отставал, причем сильно отставал. А ты нырял, ну ты нырял, наверное, глубоко, долго. Когда долго ныряешь, ты отстаешь. Понятно. Это течение. Да, течение маленькое. Вот это, кстати, моста не помню, говорю.
I gotta follow my vision, no time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they're colossal. Black traitor, black sheep, messiah to the misfits. Run circles, run these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for piss stop. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, huh, 'cause my strong. Друзья, ну вот и заканчивается четырехдневная охота в Иркутске. Очень повезло с погодой в этом году. Прям погода была великолепная, солнечная, тепло. Единственное, конечно, большой минус — это рыба. Рыбы стало гораздо меньше. Рыба удувать стало гораздо сложнее, чем я 5 лет назад здесь охотился в первый раз. Здесь ее гораздо больше было. С чем это связано, непонятно. Есть разные предположения, начиная от того, что браконьеры выбили, заканчивая тем, что понастроили плотины и все прочее. И свежий приход рыбы нету просто-напросто. В этом году мне посчастливилось все-таки взять трофейного хариуса. Можно сказать, что за 4 дня охоты он всего один у меня. Но зато как бы этот трофей я буду помнить очень долго. Сейчас я вам покажу его. Вот так вот эта рыбка выглядит. Он уже, правда, замерз. Мы сделали 3 сплава. Вот видите, чем отличается хариус от любой другой рыбки из семейства лососей. Вот такой красивый павлиний плавник. Это самец. Это самец, да. Чем красивее плавник, тем, вероятно, что-то самец больше. Вот так вот. Ну, этот экземпляр около килограмма, я дома приду, взвешу, у меня весы есть, ну, где-то около килограмма. Если сравнивать охоту, допустим, у нас в Енисее, то здесь сложность охоты на порядок сложнее. Серьезно, ну, по той простой причине, что рыба тебя очень хорошо видит. Рыба натренированная, очень много, видать, здесь охотников, и она от тебя сразу уходит. Мне повезло, что вот этот хариус позволил мне сделать выстрел, подойти на выстрел к нему. А так это очень сложно. Ну и вообще так, трофейного хариуса не так много стало. Сложно его найти. Друзья, вот эту поездку. У меня появился новый костюм от компании Гидра. Это ребята делают из Нижнего Новгорода. Уже, кстати говоря, это второй мой костюм после 3 лет плотной эксплуатации. Правда, здесь другой неопрен Асахи. 10 мм куртка, 9 мм штаны. До этого я раньше 10-мм костюма не использовал, но решил попробовать. Пару слов об этом неопрене. Он буквально недавно появился у нас на рынке. Я так думаю, где-то года 2 назад. И вы знаете, я, честно говоря, не большой, так сказать, там, специалист по неопренам. И, как правило, слушаю других людей, которые имеют больший опыт. Вот. И ребята как раз из Гидра мне его порекомендовали, этот неопрен, потестировать. Потому что есть отзывы после 2 лет эксплуатации, что неопрен хорошо себя показал, очень теплый, не садится. К
как некоторые неопрены марки Ямамото. Кстати, говорят, пообщался с ребятами, с местными, с Иркутска, с охотниками, которые ныряют в голых костюмах. Многие как раз выбирают Ямамото 45, и все говорят, что садится костюм. Вот 3 года ребята плавают, очень сильно усилил Ямамото 45 производитель Aqua Discovery. Значит, товарищ вчера нырял с Олег в гидре, у него 45-я, он говорит, что она у него не села за год, у него сейчас второй год эксплуатации. Так что вот по Ямамото есть такое вот особенность, что у меня прям садится. Мне кто-то в комментариях на одно из видео, товарищ с большим опытом, порекомендовал как раз неопрен Асахи. Именно связал это тем, что этот неопрен с точки зрения усадки неплохой, то есть он практически не садится. Ну, поплаваем, поныряем, и я сделаю уже, наверное, через несколько лет, года два, я сделаю обзор, что произошло с этим костюмом. Надеюсь, что я не поправлюсь к этому моменту, буду держать себя, так сказать, в теле. Вот. Ну, качество очень хорошее, качество склейки, по фигуре сидит великолепно, то есть шьется только по индивидуальному пошиву, сидит великолепно, ничего нигде не жмет, отлично подогнан капюшон, все четко, лицо с минимальными участками кожи, чтобы не обмораживать, да, в ледяной воде. Так что я очень доволен. Вот у меня первый день был сплав 20 километров практически, и мы в воде провели более 3 часов. Вот я абсолютно не замерз, хотя температура воды была 0 градусов, на компьютере показала. Следующий день мы ныряли с ребятами по короткому сплаву здесь в городе. Было очень тепло, и я не знаю, с чем это связано, либо нырялка была очень активная, и когда я вылез, парни не дадут соврать, с носков выливал пот, настолько было жарко. Так что пока по теплу только очень положительные отзывы. Ну что, друзья, большое спасибо, что смотрели это видео. Большое спасибо всем ребятам, которые уделили мне время, сплавились со мной, показали места. Большое спасибо Егору, который сейчас за камерой. Большое спасибо Андрею, Михаилу, Петру, Олегу. Вот. И Ксюше. И Ксюше, да, супруги Егора, который нас сегодня закидывал несколько раз. Большое спасибо, да. Так что, ребят, спасибо, что смотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем добра, до новых встреч. Пока.